Бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден, рассказавший о всемирной американской программе слежки, дал интервью телеканалу NBC о своем сотрудничестве с АНБ и ЦРУ. По словам Сноудена, его учили на шпиона, после чего он работал под прикрытием за пределами США. Интервью записывалось в Москве и вышло в эфир телеканала во вторник. По словам Сноудена, его называют системным администратором, что неверно. «Не секрет, что США получают больше разведданных через компьютеры, чем через своих агентов», — говорит он. «Меня учили быть шпионом в традиционном смысле. Я жил и работал под прикрытием за границей, притворялся, что делаю работу, которую не делал. У меня даже было другое имя». Сноуден назвал себя техническим экспертом. По его словам, он не работал с людьми и не вербовал агентов. «Моя задача — делать так, чтобы системы работали на Соединенные Штаты», — говорит он. «Я делал это на всех уровнях, с самого низкого до самого высокого. Теперь правительство, конечно, может это отрицать. Они могут пытаться представить все это в определенном свете и говорить, он всего лишь аналитик низкого звена». Эдвард Сноуден также рассказал, что он не только работал на ЦРУ за границей, но и читал лекции в Академии контрразведки Агентства национальной безопасности. Встреча Сноудена с телеканалом NBC состоялась в центре Москвы и длилась не меньше 5 часов. Власти США называют его предателем, поставившим под угрозу безопасность родной страны. Для многих Сноуден стал героем, защитившим гражданские свободы.